место для остановки и остановись. Прямо остановиться? Прямо остановиться. Или ты что думаешь, мы будем кататься, и я тебе буду говорить, вот здесь можно, вот здесь нельзя. Это пусть другие делают. А в зеркало кто будет смотреть? Так, подожди. Сплошной пересекает. Какая сплошная? Ты по синей дороге остановилась. А давай. Туда надо? На обочину уходи, конечно. Всеми четырьмя колесами, всеми, да? Четырьмя колесами. Выравнивай машину. Все, стой. Вот так нужно. Парковка, ручник. Все, поехали. Молодец. А я думала, мы постоим. Да что мне с тобой стоять? Поехали. Потом постоим. Я не могу снять его. Ну, я тем более. Давай, бери ручник. Рывок вверх на кнопку. Опа. Поехали. Зеркало, левый поворотник. Разгоняй машину. Выбирай место для остановки. В чем проблема? Ну здесь же нельзя. Здесь остановка-то можно, а стоянка нет. А я сказал, остановка. Соответственно, можно было остановиться. Ну что, троим? Как на заводе аркаим. Вот. Только колеса убираем. Вот. Молодец. Поехали. Нет. Условно, что мы должны были сделать? Ручник, молодец, тогда поехали. Смотрите, если машина в жопу влетит, тогда будет. Тихо. Тогда мы. Ты же смотри, там машина. Но она же кто-то рядом. Да что ты говоришь? А в том ряду грузовик слева поворачивал. Подожди. Я жду. Поехали. Не суетись. Давай, дыши глубже. Мы пока искали место для остановки. Какие мы знаки нашли? 40, отмена.